В Сланцевском доме детского творчества состоялась праздничная программа, посвященная столетию создания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которые были созданы в 1918 году декретом Совета народных комиссаров. В самом названии этой службы выражена суть ее работы. Это прежде всего защита прав и законных интересов несовершеннолетних, а также организация работы по выявлению безнадзорных детей и родителей, не выполняющих обязанности по содержанию и воспитанию детей. Ведь в комиссиях работают люди, которые способны сопереживать, которые твердо убеждены в том, что жизнь и благополучие каждого ребенка – это величайшая ценность. Вы наделены таким сплавом качеств, как душевное тепло и твердость характера, потому что способны не только помочь детям, где-то выслушать их, но и в первую очередь защитить их и от жестокости, и от насилия, и от неверного шага. В нашем районе, как и во всех уголках нашей необъятной родины, плодотворно работает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая координирует службы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также контролирует соблюдение прав и законных интересов детей и подростков, проживающих на территории Сланцевского района. Наша комиссия достаточно серьезна, на хорошем счету среди областных комиссий. И мы сегодня действительно добиваемся определенных положительных моментов. У нас снижается детская преступность, есть много других моментов. Статистика об этом говорит. В свою очередь, глава Сланцевского района Валерий Кравченко поздравил присутствующих с этой знаменательной датой и выразил благодарность за их готовность в любую минуту прийти на помощь всем, кто в этом нуждается. В состав комиссии входят представители всех служб системы профилактики, Комитета образования, социальной защиты населения, здравоохранения, Центра занятости населения, правоохранительных органов, Комитета по культуре, спорту и молодежной политике. На мероприятии самые достойные и отзывчивые были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами от ведомственных служб системы профилактики Ленинградской области, Законодательного собрания региона, главы администрации Сланцевского района и Совета депутатов муниципального образования. Не остаются в стороне от решения вопросов защиты прав и законных интересов детей и подростков образовательные организации и администрации сельских поселений нашего района, представителям которых также были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. Главной задачей нашей комиссии именно есть оградить детей от очень недетских проблем, которые они решают, ситуации, в которые они попадают. И позволяет это делать высочайший профессионализм. И главное, еще раз повторюсь, это неравнодушие. В течение всего мероприятия перед собравшимися с творческими номерами выступили первоклассники, воспитанники Сланцевской школы закрытого типа, обучающиеся хореографической студии Дома творчества и детской музыкальной школы.